Вот с таким даже не свистом, а завыванием ветра на Китай обрушилась мощнейшая песчаная буря. Как будто потопа и тайфуна КНР было мало. За считанные минуты миллионный город Цзюцюань занесло песком. Видео из китайской провинции Ганьсу, конечно, шокирует. На кадрах ускоренной съемки видно, как огромное пыльное облако стремительно накрывает населенные пункты со всеми домами и улицами. В местной прессе пишут, что в городском уезде Дуньхуан высота этой песчаной стены доходила чуть ли не до сотни метров. Из-за природного катаклизма видимость в регионе максимально упала. Движение пришлось перекрыть, чтобы избежать плачевных последствий. К счастью, это помогло, и, несмотря на апокалиптические кадры, предварительно в городах нет серьезных разрушений. Не сообщается и о том, что кому-либо из местных жителей понадобилась медицинская помощь.